sizzle bean. I said, I just bought the sizzle bean. Mama, why I leave my memory? Итак, всем привет. Вы посмотрите, какой сегодня транспорт нам подогнали, а? Ну, вы просто посмотрите. Те, кто в теме, они уже понимают, о чем идет речь. То есть они эту тачку узнают. Но многие-то машину-то не знают. И я до недавнего времени тоже ее не знал. Значит, это не просто Subaru Forester. Это Subaru Forester TS. Сделана в STI. То есть, проще говоря, тюнинг-контора, которая занимается выпуском ограниченных партий автомобилей, таких заряженных, спортивных, Subaru. То есть, настоящая STI, редкий автомобиль. Что вот реально мне было интересно, это то, что этих автомобилей всего было 100 штук леворульных для рынка России выпущено. Для рынка внутреннего Японии было сделано всего 300 автомобилей таких. То есть, ну, реально он редкий. У каждого есть порядковый номер. То есть, если ты увел такой автомобиль, то есть цвет, там, допустим, диски, да, какие-то шильдики, обвесы. То есть, чтобы точно убедиться, что это автомобиль настоящий, то есть просто заглядываешь в окошко водительское, и там между передних сидений есть номер. То есть это значит, что машина как бы оригинальная. Этот номер повторяется не только там, то есть потом еще покажу. То есть автомобиль, он реально редкий. То есть, что это вообще за автомобиль? Значит, есть обычный Subaru Forester, да, там, как обычно, у вас начинается комплектации разные, минимальная, максимальная. Есть максимальная комплектация S Edition, то есть у Форестера. Так вот, это S Edition, ее как бы взяли за основу и сделали как бы еще дополнительный тюнинг, потом тюнинг подвески и так далее. То есть была внесена, так скажем, вот эта линейка, которая вот ST. Вот внешне, да, сам автомобиль чем выделяется? То есть ты как вообще можешь его узнать, что это именно тюнингованная версия? Во-первых, ну цвет. То есть голубой цвет, ну, похоже, не знаю, ну, цвет вот именно голубой, вот этот оригинальный. На самом деле, ну, вроде бы, знаешь, все ценят там белый, черный, да, вот такие самые ходовые, как бы, цвета. Оказывается, что вот именно цвет вот этот, он насыщенный, он не голубой, он не синий, он насыщенный какой-то. И вот видите, на снегу он смотрится реально красиво. То есть машина выделяется. Также вот, оригинальные диски STI, то есть золотистого цвета. Это ставится только вот на этот кузов, скажем так, тюнингованный. Потом у нас идет шильдик на вот этой фальш-решетке TS. Дальше накладка. То есть сам бампер, он идет с обычного Форестера. Вот это просто накладка. То есть антикрыло, спойлер, хотите как называете. То есть вот тоже STI, STI, да, нарисован шильдик. Сзади у нас раздвоенная выхлопная система. Ну да, я сразу покажу ее. Раздвоенная система. То есть от двигателя идет одна труба, потом она раздваивается. Вот, пожалуйста, накладки. Здесь шильдики STI, здесь TS. То есть вот, в принципе, как он отличается от стандартной модели Форестера, даже в максимальной комплектации. Ну, давай сразу по порядку, значит, по поводу технической части. Ну, как правильно говорится, правильный тюнинг начинается с тормозов. С них и начнем. Значит, вот, обратите внимание, здесь написана надпись Subaru и стоят четырехпоршневые суппорта. То есть это не оригинал. На обычном Форестере, потом на Форестере S Edition максимальной комплектации, на версии STI все вот эти суппорта, они были двухпоршневые. То есть тюнинг тормозов именно не коснулся. Ну, владелец говорит, мне, говорит, того мало. То есть машина-то у меня как бы, говорит, летает. Дай-ка, говорит, сделаю тормоза. То есть он поменял некие запчасти, вышло в общей стоимости, это ему где-то, ну, 90 тысяч рублей. То есть это было совсем недавно сделано. Что он сделал? То есть он, во-первых, передние суппорта поменял на 4-поршневые. Что это ему дало? То есть обычная стандартная схема. Передние суппорта, если 1-поршневые, да, там, всятик с 5-й, к 6-й, 2-поршневые, все остальные японские, допустим, модификации. То есть два, сам суппорт ходит по так называемым направляющим. То есть надо там смазывать, менять, там, да, периодически. И сам диск тормозной прижимается с двух сторон, по идее, да, колодками. Но именно давит только с одной стороны вот эти поршня, да, допустим, два максимум на этих машинах. Он поставил четырехпоршневые, и получается, что у нас начинает давить с двух сторон. То есть усилие, момент тормозной жидкости легче, так скажем, высвобождаться из шлангов. И вот это вот усилие тормозной на педаль
она уменьшается. То есть легонечко нажимаешь педаль, тормоза сразу схватывает. Также были поменены у нас диски. Здесь уже стоят насечки. Я, кстати, вот обратил внимание, смотрите, вот диск, он, ну, недавно был поменен, но он же ржавый. То есть это от температурных перегрезок, то есть краска просто слезла. Здесь у нас насечки. То есть это не беда, то, что ржавая, ну, это как бы, ну, не совсем, можно сказать, красиво, то есть красить, ну, там даже какой-то термальной краской я не вижу смысла, как бы так и придется ездить. Просто обратил внимание, что вот именно от фирмы зависит сам металл, ржавеет, не ржавеет, то есть он не, диски не ведет там, то есть они качественные, но вот проблема такая, что в погоне, допустим, за каким-то охлаждающим эффектом, они просто-напросто сделали металл, что он, ну, просто ржавеет. Ну ладно, это минимум. То есть сзади у нас тоже двухпоршневые суппорта. Вот они, да, с двух сторон, тоже Subaru. То есть это оригинальные. Это не какой-то тюнинг там от дяди Пети, это реально тюнинг Subaru. То есть настоящие колодки. Все это покупалось новое. Также владелец установил армированные шланги и ГТЦ-упор. Ну, упор главного тормозного цилиндра. Я потом капот открою, покажу, что это такое. То есть это такой тюнинг, можно установить его там на тазы и ставить, на Hyundai Accent, то есть на любой автомобиль. Для чего это делается? Для того, чтобы вот убрать вот эти, так скажем, эти искажения металла. То есть ты когда нажимаешь, у тебя как-то немножко, ну, сама педаль, металл гнется, а потом сам тормозной этот цилиндр, там шток, то есть это все как бы металл. Есть какие-то погрешности маленькие, то есть ты их так не замечаешь, но все равно... В совокупности вся вот эта система, колодки, диски, суппорта, шланги, потом этот упор, в совокупности что это дает? То есть дает, ну, это чисто гоночная тема, то есть ты когда нажимаешь тормоз, вот ты на своей машине, да, если у тебя ничего этого нету, ты просто можешь нажать там тапок в пол, там, да, допустим, на асфальте, и ты даже не знаешь, когда у тебя АБС работает, то есть когда у тебя колеса юзом пойдут. Здесь ты можешь как бы уже просто-напросто дозировать, вот именно дозировать педали тормоза и точно уже осознавать, когда у тебя сработает АБС или что-то еще, когда просто юзом колеса пойдут. То есть, ну, это чисто гоночная тема. Я как бы сейчас проехался, в принципе, такого, чтобы там, сразу не ощутил, но они работают. То есть, тачка реально останавливается классно. По крайней мере, лучше, чем Lancer 10 в стоке. Подвесочка. Вот со стороны вы даже не увидите разницу с обычным, допустим, Forester. Но здесь, опять же, у нас идут пружины заниженные, стойки. Это все от STI, они там красного цвета. Вот пружинки сами видно. Вон они. Там даже маркировочка STI есть, наклейки. Они у нас занижены на 1.5 сантиметра. В принципе, визуально это не видно, но тачка немножко опустилась. Также сами настройки этих амортизаторов сделаны таким образом, что жесткость появилась больше, чем на 30%. То есть, ну, машина стала жестче. Хотя, опять же, я проехал так, что прям вот где-то она ехала, там тряслась, такого нету. То есть машина все равно... Сохранил вот эти свои свойства, так скажем, ну, не бездорожье, да, ну, какой-то вот как кроссовер, да, то есть, ну, где-то вот по большим, по некоторым ямам можно, в принципе, на ней ездить, ничего страшного не будет. Ну, заднее начнем. У обычного Subaru Forester, то есть, что у там, подрамник, то есть, независимая подвеска, рычаги, здесь все тоже, в принципе, это есть, но здесь у нас установлены гибкие растяжки, которые крепятся к кузову и к самому подрамнику. То есть, ну, для чего это было сделано? Ну, вот, как бы, ты когда вообще едешь, да, то есть едешь по прямой, по асфальту, начинаешь резко поворачивать, ты, конечно, глазом это не увидишь, то есть, грубо говоря, у тебя машина просто начинает, как бы, ну, растягиваться, то есть, вот это динамическое растяжение, да, вот автомобиля, то есть, ты должен сам понимать, что там не на сварку, да, у тебя элементы подвески приварены к кузову, то есть, все это сделано на сайлентблоках, на резиночках, на гаечках, то есть, немножко все это гуляет. Так вот, именно здесь сделано, чтобы вот этого гульбы, так скажем, ее не было. То есть, сделано это все, опять же, для спорта, то есть, ну, для трассы, да, вот чисто для этого. Также у нас есть дополнительные рычаги, которые стоят на шарнирах. Вот я так посмотрел по каталогу, то есть, вот обычные растяжки, они 50 тысяч стоят, только назад вот сюда. Короче, если нагнуться, хочу показать, их реально видно. Их надо показать. Вот они идут, вот. Вот она. То есть они сделаны специально тоненькие для облегчения веса, чтобы вес как бы не сказывался на дальнейших там каких-то динамических характеристиках. Они присутствуют. Что у нас спереди? Короче, вот, ну, обычный Forester, в принципе, да, рычаги сами подходят, но вот, допустим, сайлентблоки в самих рычагах, они сделаны на этой модели, на STI-ской, сделаны из другого состава. То есть они просто, говорят, сказать, жестче.
Потом у нас рулевые тяги необычные. Они сделаны у нас в форме такой дуги для поглощения малейших там вибраций, там каких-то там всякой вот этой ерунды, которую вы, опять же, конечно же, не заметите. Не заметите. Ну, только если вы будете ехать, может быть, 200 где-то по трассе, то есть где-то, может быть, там, в городе, здесь сейчас, вы об этом даже не поймете. Потому что у нас по таким дорогам ездит, в принципе, на обычных переднеприводных приорах, как бы с такой же скоростью заходит в поворот. Но здесь, конечно же, другая траектория, здесь другая безопасность. И вот для этого, в принципе, вот этот весь тюнинг и придумали. Растяжки, херашки. Допустим, вот у нас как? Скелет автомобиля, сам кузов, да? То есть сам кузов, вот эта коробка. И спереди торчат такие две палочки. То есть вот эти палочки, так называемые, на них ставится двигатель, да? Там крепится к подрамнику и так далее. То есть ты когда едешь, резко руль поворачиваешь, у тебя как бы колеса повернулись, а вот эти две палочки, да, с двигателем, с тяжеленным двигателем, как бы остаются на месте. То есть это грубо говоря. То есть потом они уже догоняют саму машину. Для этого здесь сделано три таких тяги поперечных под двигателем, которые, в принципе, всю эту систему и крепят. Настолько вам, опять же, Форестере этого ничего нету. Даже на S Edition в максимальной комплектации. Также у нас есть растяжка спереди, она гибкая. Потом капот откроем, я ее покажу. Ну, по поездке, в принципе, все. Ну, тюнинг так они вот затронули. То есть, ну, сделано было все, наверное, да, чтобы убрать вот эти вот просто какие-то малейшие, да, искажения. Понятное дело, там не Формула-1. То есть, но все равно люди тратили деньги на разработку и так далее. Хочу обратить внимание сразу, пока не забыл, ну, большая выемка для снега, скажем так. Обогрева в лобовухе нет. Но у нас здесь, видите, обогрев зоны дворников. То есть, рисунок вот так вот как бы выделяется. Я такое, если честно, редко встречаю, чтобы вот так вот отчетливо выделялся именно сам рисунок. А так-то машина, в принципе, красивая. Subaru, противотуманки. Что немаловажно, я обратил внимание, вот у нас первый раз такое было, то есть уже там 50 машин снял, и первый раз такое было, что у нас Volvo XC90 было, то есть ксенон стоял в фарах, которые как бы, ну, изначально были предназначены для галогена. То есть там DDR2, что ли, как-то называются эти лампочки. То есть ксенон это штатный. Чтобы вы не думали, как бы, да, это не колхоз. Самой линзы здесь нету, которую некоторые уверяют, что если линзы нет, значит, что он получается у нас уже колхозный. То есть здесь не слепит. Это есть. Ну, такой вот небольшой, как бы вот. Небольшая, скажем так, особенность, которая мне лично, ну, непривычна, да, когда ты линзу не видишь, а человек включает, и у него ксенон. Такой, как бы, момент. А так, в принципе, омываечки. В принципе, все это есть. Так, значит, у нас тачка-то, понимаете, кроссовер. То есть, ну, понятное дело, полный привод. Переднеприводных вы этих Форестерах просто не увидите даже в минимальной комплектации. Сейчас я расскажу, как он работает. Значит, у нас здесь система называется VTD-AVD. То есть, это full-time привод, который работает постоянно. Постоянно. Никаких там селекторов, никаких переключателей, рычагов в салоне ничего нету. У нас здесь стоит это... дифференциал, который управляется электроникой, то есть блокировка, когда он блокируется момент 55 назад, а 45% вперед. Когда машина просто едет на драйве, да, там заднюю скорость включаешь, то есть я обратил внимание, что задние колеса, то есть из-за этого момента, то, что он как бы больше назад идет, колеса легче проворачиваются, то есть немножко задние колеса прокрутились, передние стоят на месте, машина поехала. Для того, чтобы сразу, вот ты застрял, да, ты застрял или хочешь тронуться нормально, то есть включаешь первую скорость, то есть ты с D на первую, то есть у тебя появляется первая передача, я потом покажу, ты трогаешься, то есть у тебя вот этот дифференциал межосевой сразу блокируется. В принципе, вот эта система, вот эта вот VTD-AVD, она не на всех субариках, я вам скажу, стоит, не на всех, далеко не на всех. Эта система ставится только с нормальными, ну, скажем так, мощными двигателями, вот этими, да, турбовыми. И с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. То есть это как бы редкий у нас привод. Значит, как он работает вообще? Ну, он отлично справляется со своей задачей. И вот эта система, она в придачу, как бы сразу в купе, идет, ну, по-нашему говоря, просто система курсовой стабилизации. То есть это все неразделимые вещи. Как они работают? Вот у нас, как привычно, да, на всех других производителях, система курсовой стабилизации, то есть имеет две основные задачи. То есть подтормаживаем, ну, при заносе колесо какое-то притормаживает, да, выравнивает автомобиль.
То есть ставит его в ту траекторию безопасную, да, для там, блядь, просто для какой-то езды, объезда какого-то резкого препятствия. Второе, эту, да, ну, имитация, электронная имитация блокировки двух передних, переднего-заднего дифференциала. То есть, ну, имитация, как бы, ну, это чисто стандартная схема. То есть, проскальзывает одно колесо, зарабатывает электроника, зажимается тормозным вот этими нашими четырехпоршневыми суппортами, начинает момент передаваться на другое колесо. В принципе, это все работает, но это чисто для старта, потому что на бездорожье, если вывесить диагонально, это срабатывать не будет. То есть, они все равно, вот эта электроника, она не способна на это. У нас тачка сделана для того, чтобы пулять, для того, чтобы ехать, ускоряться резко и так далее. То есть она сделана для безопасности, для управляемости, только для этого. Никаких нахуй бездорожий вообще. И что мы имеем в итоге? Есть еще такая система здесь, подавления момента и мощности самого двигателя. То есть двигатель как бы приглушается. То есть при резком старте, когда колеса у тебя начинают пытаться проскользнуть, то есть когда начинает буксовать, срабатывает эта система. То есть на других производителях, практически на всех, что у нас происходит? У нас отключается электронная педаль газа. То есть дроссель просто-напросто закрывается. То есть как бы ты там ни газовал, да, вот тебя занесло, допустим, как бы ты там ни газовал, у тебя дроссель не будет работать, потому что система не дает это сделать. Здесь что происходит? В этот момент, когда колеса начинают проскальзывать, у тебя изменяется сам момент зажигания двигателя и даже отключаются некоторые форсунки. Вот, вот люди, вот эти Subaru, да, вот инженера, то есть они сидели, думали, и посчитали так гораздо нужнее. То есть смотрите, что получается. То есть если другие производители, да, какие-то там, без разницы, Mitsubishi, там, даже японца взять, то есть вот эти Subaru, да, вот эти люди, они подумали, что легче гораздо пустить ток, допустим, на форсунку, чтобы она брызнула, чем открыть дроссельную заслонку. То есть дроссельная заслонка, чтобы ей открыться, нужно там какие-то миллисекунды, да, потратить, а форсунка, в принципе, сразу брызнет. Также и момент меняется гораздо быстрее. Но они так подумали. Там эти миллисекунды, конечно же, вы их не заметите никогда в жизни, но, в принципе, они присутствуют. И когда колесо начинает сцепляться с поверхностью, то есть когда букс у тебя проходит, у тебя момент возвращается в обратный, появляется полная мощь и полный крутящий момент турбированного двигателя. То есть ты уже тюх, пуляешь. Но это круто. То есть намудрили, наделали. Кто с этим разгребаться будет, не знаю, в случае поломки, но, в принципе, все это есть. Все это имеется. Значит, ну, давай посмотрим багажник. Я не знаю, ну, вот люди, которые покупают вот этот ТС, СТИАНИ, вообще багажником, ну, наш владелец сказал, что пользуются. Так, ну, здесь есть сверху антикрыло, пластмасса, все намыто, все чисто. В принципе, багажник там от 500 до 1500, то есть, да, складывается заднее сиденье, все по стандартной схеме. Мне что лично понравилось, это то, что здесь запаска никаких нахрен снизу не крепится. То есть она вот в салоне, легко достается, и она золотистого цвета. То есть это оригинальное полноразмерное колесо, недокатка. То есть вот что мне понравилось. Поднял, опа, все, достал, прицепил. Ну это не может, в принципе, не радовать. А так, конечно, вот это все, вот это пенопласт, это реально пенопласт. То есть он там скрипит, может, знаете, да, тут... Ну, то так, в принципе, нормально. Вот салон белый, видно, что вот он пачкается. То есть вот что-то затаскивали, пачкается. Ну, слишком белый, конечно, сделали. А так это вот это пластмасса. То есть это не ткань. А так, в принципе, все понятно. Маленькое стеклышко. Тонировать легко его. Камера заднего вида, вот она здесь стоит. Потом салона надо будет посмотреть, я обязательно сейчас и протру. Угу. Ну, есть камера. Ладно. Сейчас посмотрим место сзади. Место сзади. Хочу сначала показать, какую вещь. Я разложил вот подлокотник, да, и вот подстаканники. То есть они у нас как задвигаются, подстаканники? Вот так вот. Дело в том, что я вчера на этой машине ездил вечером, и обратил внимание, что эти подстаканники, они подсвечиваются. Реально. То есть там есть синяя подсветка. А так, в принципе, места много. И голове, в принципе, и ногам. Очень прикольно смотрится панорамная крыша, да, вот этот большой люк. То есть его даже сам человек, который сидит сзади, может так, опа, в принципе, и задвинуть. Ну, я бы, наверное, всю жизнь бы так ездил, даже никогда бы не задвигал его, в принципе. Хотя владелец сказал, что на морозах
от этого стекла идет холод. То есть зимой все равно надо его закрывать. Такие дела. Так, сейчас посмотрим, что у нас под капотном пространстве. У нас же как бы заряженная версия, да? Надо посмотреть обязательно. Вот эта штука, да? То есть вот это вот, скажем так, отверстие. Я, если честно, всегда думал, что туда залетает вода. То есть, ну, я почему-то так думал. Представляешь, ты такой едешь, ливень, просто ливень. Туда вода залетает, то есть получается, что любую другую машину возьми, ты как будто без капота будешь ехать. На самом деле это не так. Конечно, все просчитано. То есть на больших скоростях идет у тебя отражение, скажем так, от мордочки, и туда уже вода не попадает, только уже идет воздушный поток. Некоторые ставят сюда мухобойку. Зачем ставить сюда мухобойник, если у вас здесь интеркулер охлаждается? То есть получается, у вас мухобойник воздух отбивает, и уже напора воздуха как такового нету. Зачем это было сделано? У некоторых людей это и есть такая фигня. Так-то уж не надо тюнинговать. Я понимаю, что растяжки, херашки, но так тюнинговать не надо. Вот это отверстие, вода у нас стекает. Вот и сюда стекает. Получается, через мимо интеркулер где-то попадает и стекает вниз. Но это если я так всегда предполагал, что это именно так. То есть двигатель у нас грязный. А так вот крышка, все в принципе красиво. Значит, смотрите, хочу показать сначала вот этот упор. Вот он, упор ГТЦ. Пацаны, кстати, это реально классный тюнинг оказывается. Вот он стоит. То есть он с одной стороны крепится просто к тормозному цилиндру, вот, а с другой стороны к кузову. То есть ты когда педаль тормоза нажимаешь, если у тебя нет упора, то эта штука, она вот гуляет вся. То есть она гуляет. Металл гнется, у тебя моторный щит гнется и так далее. То есть ставишь упор, и у тебя уже, скажем так, педаль меняет свой ход тормоза. Вот растяжка верхняя. Смотрите. Прикольная штука, СТИ, и она, вот видите, это чехольчик, чехольчик, внутри просто какой-то шарнир. Дело в том, что раньше почему-то на машины, на спортивного типа ставили всегда жесткую, вот эту вот растяжку. То есть люди думали, что должна быть она жесткая. На самом деле это не так. У нас на шарнирного типа, и когда ты там едешь на бездорожье, да, там тут, ну, маленькие кочки, то есть вот этот шарнир работает, вот эти растяжки как бы, ну, все равно лучше. То есть посчитали, опять же, субаровцы вот эти, что надо делать именно так. Хотя некоторые люди парятся, что как бы зачем нужна растяжка, если нагнется, да, как бы. Еще момент такой. Ну, смотрите, какая херня. У нас в прошлый раз был Honda Civic 8. Тоже тюнингованная, конечно, некоторым не понравилось. Но там совсем другой тюнинг был. Так вот, вот эта крышка, да, мувайка, то есть, ну, смотрите, я не придираюсь. То есть, я реально не придираюсь. Вот на всех японцах, да, вот именно тех годов, там, да, вот, ну, много-много лет прошло, то есть, вот эта крышка, она везде, в принципе, одинаковая. Mitsubishi, Honda, Subaru, вот. Это все одна и та же деталь, серьезно. И вот этот щуп, помните, вот, ну, я показывал вам уже, ну, какой получается, третий или четвертый раз показывал вам этот щуп, который, в принципе, конечно же, никто не смотрит. Ну, понятно, это дело. То есть я не троллю там, да, вот производителей вот этих японских, то я не троллю субароводов. И в прошлый раз я хондаводов, которые на меня потом взъелись за это, я их тоже не троллю. Это реально факт, то есть, ну, и вот эта штука никто не пользуется. Она есть. Ну, пускай она будет, вот даже засовывают, да, вот все это так неудачно. Но вот эта деталь, она унифицирована реально. И на Лансере стоит, и на Цивике, и здесь. Какой Лансер? Mitsubishi, ASX там, и так далее. Все пошли эти автомобили. На первый взгляд каких-то шлангов много, каких-то непонятных, то есть вот сюда, понятное дело, охлаждающая жидкости, там вот у нас уровень, да, можно посмотреть, вот эти трубочки все пошли, вот эти для испарения. Неужели эти трубочки потом пойдут куда-нибудь во впускной коллектор, чтобы дожигать, скажем так, свои пары? Ну, будем думать, что это не так. Значит, смотрите, вообще на эту тачку, да, на все форестеры, вот на эти, на третьего поколения ставится, ну, можно сказать, 3 двигателя разных. То есть это 2-литровый атмосферный, самый слабый, 150 лошадиных сил. Потом 2.5, опять же, атмосферный, 172 лошадиных сил. И 2.5 турбо. То есть 2.5 турбо, в принципе, двигатель один и тот же. Там прошивка, турбина другая, некоторые части навесного оборудования. То есть 230 лошадиных сил и 263. То есть у нас вот этот двигатель выдает 263 лошадиных силы, 347 крутящий момент. Вот этот же двигатель ставится на топовый обычный Forester S Edition. То есть он пришел сюда отсюда, ничего менять в принципе не стали. Ну, как он выглядит, этот, скажем так, эта пуля.
Тут у нас идет привод ГРМ, ремешок. А так, опять же, вот порядковый номер, посмотрите. Вот ST Forester 050-100. То есть у нас машина получилась ровно середина. То есть 50-я из всего 100 возможных леворульных автомобилей. Вы представляете? Вот такая вот линейка автомобилей. Косяк, конечно, то, что нет дизелей. То есть вот этих дизельных двигателей. Потому что некоторые все-таки люди парятся, что нужен там дизель, да, он для бездорожья. Ну, есть фанаты дизеля, понимаете? Я не фанат, но есть. А так, в принципе, даже... Ну, именно, чтобы под Россию делали, потому что русский язык написан, предупреждение, все по-русски. То есть, да, такие вот моменты вот у нас там. Эта сигнализация, я так понял, даже у нас уже в России ставили этого же дилера. Она стандартная, на всех идет. Много всяких разных штучек. Красная, желтая. То есть, такой цветной у нас получился набор. А так, в принципе, все понятно. Вот смотрите, вот этот двигатель, да, то есть он как бы, ну, там, надежный, там, все дела. Но тут же стоит турбина, нужно отличное, нормальное качество масла. То есть масло должно требовать вот этот параметр HTXC, это параметр, который отвечает за толщину пленки масляной, которая остается на цилиндре во время работы самого двигателя. То есть когда поршень прошел, слой остался масла, то есть именно вот этот параметр должен совпадать, ну масло должно быть, то есть такое. То есть ты обычное масло сегодня зальешь, надо все лить оригинал или реально брать мануал, брать вот эти параметры, цифры и считать на других маслах, которые ты хочешь заливать. То есть, если ты не хочешь, чтобы у тебя было преждевременное старение двигателя, чтобы у тебя не было масложора и так далее. Как таковых косяков здесь на этом двигателе нет, но есть самая главная вообще проблема. То есть, смотрите, до 2010 года вот на эти, да, вот эти двигатели была проблема из-за того, что вот опять же из-за этой дырочки, да, вот из-за этого отверстия, то есть попадает сюда у нас вода, как и да, выразился. Так, а я... видно будет руку, у меня не видно. Значит, попадает вода, но самое-то главное, попадает не только воздух, но еще и холодный воздух, то есть мороз. И в те времена еще, да, до 2010 года, когда эти тачки ездили, как бы, мороз реально попадал очень сильно, заходил сюда, выходил с той стороны, и вот была проблема со шлангом, который перемерзал из-за этого мороза. То есть шланг обратной рециркуляции выхлопных газов. То есть вот эта вся система, она у нас перемерзала. И получалось что, так, что вот давление в самом двигателе создавалось, масло начинало гнать через турбину, там, через поршня, еще какие-то моменты, не через сальники. У этого автомобиля произошла такая же ситуация. То есть даже после 2010 года они эту трубку изменили формой. Но все равно, этот автомобиль ехал в минус 40 по трассе, и у него реально, опять же, случилась эта проблема. То есть вот этот шланчик, его просто не видно, он за крышкой находится, он перемерз. Этот автомобиль эксплуатируется у официального дилера, то есть владелец отвез туда к официальному дилеру. То есть ему объяснил ситуацию, показал рисунки, вот почему именно так, нельзя использовать в мороз. Они, проще говоря, вот этот шланчик, который идет, вот он такой коротенький, да, вот такой изогнутый, они его замотали шумоизоляцией, это просто чтобы теплоизоляцией, чтобы он просто-напросто не перемерзал. То есть реально факт. Поэтому, если ты используешь такой автомобиль, турбированный, вот с этим отверстием, не забывай, что в мороз у тебя может просто-напросто это все перемерзнуть. Ты об этом даже не узнаешь, пока не остановишься, у нее чувствуешь просто запах какой-то гари, масла, потому что она начинает вытекать с той стороны, за двигатель, где вот у нас эти привода выходят, начинает все это капать, попадает на выхлопную систему, тогда начинается вонь. То есть ты в мороз, если учувствовал эту вонь, да, из подкапотного пространства, все, лучше напросто начинай с этим делом сразу разбираться. Такой вот небольшой косячок. А так вот у нас... маленькая, да, вот эта шумотеплоизоляция. Опять же, вот эта штука нам мешает сделать ее на полностью, да, на всю площадь капота. Аккумулятор уже мененный. А так, в принципе, достаточно все красиво сделано. Все сделано вроде бы качественно. Ну, Subaru навертели на... Молодцы, пацаны. Так, как закрывается крышечка-то аккуратно. Вот акцент такой часто делаю на эту штуку, когда с салона сидишь, сейчас покажу, такое ощущение, что ты сидишь в каком-то грузовике, серьезно. То есть она выделяется, ты сидишь и видишь только вот эту штуку. Вот этих мест не видишь, вот этих, видишь только вот эту фигню, как на грузовике, серьезно. А так вот как он в принципе выглядит. Субарик ТС. Вот он, красивого голубого цвета, немножко заниженная.
дохренища всяких тюнингованных растяжек, шарниров, тяг, рычагов, тормоза, нормальный двигатель, типа, как бы считается, самая нормальная, ну, система полного привода, то есть full time, да, это самое считается нормальное, потому что все другие производители уже начали переключаться на муфты и так далее, то есть, ну, считается, что вроде бы это как бы самое нормальное, но ты за это платишь денежки, не забывай, вот именно за эту систему привода. Потому что цена этот автомобиль еще в те времена была, она начиналась от 200 в рублях, то есть 2 миллиона 100 тысяч. Они сделали офигенную скидку, 400 тысяч, и этот автомобиль был куплен за примерно 1 700 000. Максимальная комплектация на тот момент Subaru S Edition обычного Форестера была всего лишь 1 600 000. То есть разница на тот момент, то есть тогда, была всего лишь в 100 тысяч. И поэтому владелец, когда увидел эту тачку, он, конечно же, я возьму, то есть 100 тысяч переплачу и возьму с этим тюнингом. Потому что некоторые люди, вот эти растяжки, стойки, они докупают потом. То есть они хотят занизить, берут от STI-евского вот этого тюнинга, стойки амортизационные, чтобы тачку посадить, да, вот эти пружины. То есть занимается, и это им выходит очень дорого. У нас сзади стоят пневматические баллоны, то есть это сделано не для комфорта, не для безопасности, это сделано для того, чтобы в зависимости от загрузки задней части багажника, то есть, да, сколько ты груза ложишь, клиренс у тебя не меняется. Я посмотрел, ну 30 тысяч стоит сейчас вот один пневмобаллон, то есть если он тебе накроется, если тебе нет гарантии, то пиши пропало. А так, в принципе, конечно же, такие машины надо эксплуатировать только у официального дилера. И вот смотрите, вот про тачку вам говорю, рассказываю, в принципе, да, вот все хорошо, тюнинг, пуляет, полный привод, электроники много, все классно, в салоне сейчас, конечно, покажу все, но у этого автомобиля есть слабые все равно места, то есть люди все, в принципе, вот эти субароводы, они знают, плохая шумоизоляция, дешевый пластик в салоне, на обычных Форестерах ставится 4-ступенчатый автомат, а не как у нас 5-ступенчатый. Нету, для некоторых решающую роль играет дизельных двигателей. Транспортный налог на этот автомобиль в нашей области, в Мурманской, 20 тысяч примерно в год. 20 тысяч рублей в год ты платишь за 263 лошадиные силы. В Москве ты будешь платить уже 40 тысяч, в два раза больше. Для кого-то это не критично, но все равно, когда вот приходит тебе квитанция, суммы в 40 тысяч, именно в тот момент у тебя никогда нету денег. То есть, ну, для некоторых людей это все-таки небольшой напряг, и они даже никогда не думают, чтобы перевалить в своей жизни вот эти за 200 лошадиных сил, там, за 150. То есть они берут форик за 150 лошадиных сил, и все, они, опа, они, ну, они в грань такую попадают, да, вот как я, допустим. Была бы 151, они бы уже переплачивали, да, там немножко, копейки какие-то. А так вот некоторые люди реально на этом парятся. У нас максимальная комплектация. Максимальную комплектацию не придумать. У нас есть бесключевой доступ, автоскладывание зеркал, омывайки фар, ксенон. Больше здесь вот внешне ничего не придумать. Хотя машина для тюнинга приспособлена на 100%. Можно заказать все. Все можно сказать. Накладки дополнительные, туда-сюда, какие-то наклейки. Все можно сделать. Все это продается, все это есть на японских сайтах официальных. Имеется. Ну ладно, сейчас сядем в салон, посмотрите, она пуляет. Блин, жалко не проверить, конечно, вот такие дороги у нас. Скоро будет аэропорт, конечно, мы там все это замерим. Будет возможность и с лоджиком и так далее. Но пока вот такая дорога, пока невозможно, конечно, особо тачки-то проверять. Ну, так чисто надо проверить, правильно, для себя пуляет, не пуляет. В принципе, сейчас это сделаем, пошли. Значит, машина сейчас работает, хочу просто показать сами сиденья. Вот эти сиденья, они ставятся на обычный Форестер, просто у нас они сделаны как бы с алькантарой, вот, и кожаные. Также имеется у нас красная вот эта строчка, вот, на сиденьях. Также эта красная строчка есть на руле, вот, ну это чисто STI-ская тема. Я сидел тут, насчитал аж 7 этих самых шильдиков STI, то есть на сиденьях вот есть, да, вот эта вышивка. Реально это вышивка, это не наклейка. Потом здесь STI, кнопка, вот это обязательно, то есть на красная кнопка включения, ну, старт-стоп. Вот здесь ТС, то есть вот эта штука, она тоже не тюнинг, это все с завода идет. И электропривод сидений.
То есть электропривод только с этой стороны. У пассажира, к сожалению, этой услуги нету. Также у нас есть накладки на педалях. Вот они и есть. То есть это у нас зона отдыха, тормоз, газ. А так, в принципе, ну вот сама дверь. Представляете, максимальная комплектация, да? И вот чем Форестер мне не понравился, то что максимальная комплектация равна как, ну я не знаю, ну средняя комплектация Mitsubishi, да, какого-то кроссовера, если взять. Допустим, здесь автоматический стеклоподъем только один на водительскую дверь. Все остальные, они подсвечиваются, да, но они без, не автоматические. То есть, если закрывать, открывать, будешь их просто тупо кнопку держать. Сидеть, в принципе, удобно. Я уже под себя подрегулировал, то есть я как здесь, как на саночках катался. Кстати, вот электропривод сидений работает достаточно быстро. Не помню, в какой машине сидели. Они там были такие медленные, но было. Вот эта штука. Вот, смотрите. То есть, это не для того, чтобы там что-то вложить, телефон, да, или что, вот сишки. То есть, это для того, чтобы просто-напросто людям можно было держаться за нее. То есть, это реально факт. Если широко открыл дверь, чтобы сюда не тянуться, можно за эту штуку закрыть. То есть, вот так вот это сделано. Сделано для удобства. Ну, как бы, комплектация вроде бы хорошая, но все равно очень бедно. То есть, вот руль, да, у нас есть управление магнитолы, круиз-контроль, автоскладывание зеркал, все работает. Ага. Потом Bluetooth, вот этот микрофон здесь есть, большой очечник. У некоторых, обрати внимание, что очки не помещаются в очечники. У меня друг ездит, тоже у него здесь очечник есть, но у него очки туда не влезают, у него очечник так приоткрыт, и очки торчат оттуда. Он думает, что это круто, у меня, говорит, есть очечник, но на самом деле туда даже очки не помещаются. То есть такой момент. Вот, открываешь эту штуку, опять, вот, есть, да, все, в принципе, присутствует, но нету подсветки. То есть здесь максимальная комплектация, нету здесь подсветки. Не знаю, может быть, для экспорта в Америку или для внутреннего рынка Японии эти вещи как бы и есть, но у нас их нет. Люк открывать не буду, может быть, он замерзший, тачку только что мыли. Вот. А так вот закрывается он этой шторкой. Зимой, если будет открыто, будет все равно холод идти, тонированное. То есть там у нас что там? Ой, там можно хранить что-то, сигареты, наверное, даже, слушайте. Можно даже что-то прятать, по-любому туда телефон. То есть такая вот у нас ниша есть. Очень нравится вот это исполнение, тахометр и спидометр. Вот, то есть как-то цветное, да, вот все так вот выделяется. Там у нас отражается даже. Я вчера вечером смотрел ночью, когда темно было. То есть вот эта фигня вся красиво смотрится. Сейчас. Там у нас видно, не видно. Ну, по крайней мере, мне вот именно сам вот этот момент понравился, то, что красиво сделано. Так, у нас есть подрулевые липецкие. Обращаю внимание, руль вертится, они стоят на месте. И они сделаны у нас из... Они даже не алюминиевые, они из какого-то металла сделаны. То есть они холодные. Алюминий-то, наверное, быстренько бы нагрелся уже. То есть это какой-то металл. Все щелкает. Но сигнал, такое ощущение, что находится где-то вот прямо вот под приборной панелью. Не знаю, зачем так было делать. То есть все обычные производители ставят на переднюю, вот как его, там, где у нас находится телевизор. Да, там тоже сигнал, он там один, обычно на машинах два, тонкие там, да, и толстые там. Здесь у нас один сигнал. В принципе, можно поменять. Вот, кстати, я советую поменять, потому что эта машина приехала к нам из большого города, и там сигнал необходим. То есть это здесь у нас сигнал используется для того, чтобы только корешу махнуть, потому что город маленький, ты часто видишь знакомых, которые проезжают. В больших городах сигнал нужен как для безопасности, чтобы привлечь внимание. Так, сейчас потише сделаю магнитолу, эту печку дует. Ну, раз с печкой начали, давай разберемся. Такой момент. Понятное дело, у нас двузонный климат-контроль. Мне что вот лично не понравилось, то есть, ну вот, сила, да, обдува, она, в принципе, вот две кнопки на это регулирует. Вот мода. То есть ты нажимаешь мода, и вот на рисунке видно, как меняются зоны обдува. Как и обычно, по старой схеме нету именно лицо и лобовуха. Такого не предусмотрено в этой машине, хотя я думаю, что это было можно сделать. Видимо, это все, весь блок еще со старых моделей идет, где это не предусмотрено. То есть, если ты захочешь на ходу, на скорости начать менять вот именно ноги, лицо, допустим, или лобовуха, будешь смотреть на этот маленький экранчик, да, и нажимать. То есть, ну, это такой минус получается у нас. Так, в принципе, кондиционер все есть. Так, дефлекторы магнитола. У нас есть сабвуфер, он находится под передним сиденьем.
он маленький. Я уже магнитолу послушал, она, в принципе, отлично работает. Хотел такой заострить момент, то что, опять же, да, смотрите, у нас максимальная комплектация. У нас нет ни навигации, у нас есть камера заднего вида, сейчас покажу. То есть сейчас я ее протер же, да, ее вот. То есть руль поворачиваешь, траектория не меняется. То есть, ну, она, в принципе, присутствует. Это максимальная комплектация, навигация здесь не предусмотрена. Вот, так вот. Ну, хоть камера есть, тоже очень приятно. Вот магнитолы, я 100% больше чем уверен, что эту магнитолу можно поменять, поставить китайскую, двухдиновую, там, трехдиновую, какую хотите. Все это делается, но вот в стандарте, да, выглядит именно так. То есть есть свои какие-то регулировки, скажем так, звука в самой магнитоле. То есть ты нажимаешь шестерку, держишь, что-то крутишь там. То есть этот внутренний эквалайзер, как на Honda Civic у нас было. Это все заводское. А так, в принципе, все форматы поддерживают. У нас здесь есть... вот AUX, USB флешка, все это засовывается сюда. Здесь у нас тоже вот под флешку можно здесь заряжать iPad'ы и так далее. То есть вот так вот это все вот выходит. Вот это вот регулируется, по высоте не регулируется. Ручник, кстати, с моей стороны, не со стороны японского водителя. Обогрева сидений. Ну, сделано, если честно, как бы все очень-очень, ну, не дешево. Нет, это ничего не скрипит. Да, пластик, он жесткий, но не скрипит. Пятиступенчатая коробка передач. STI даже на этом выбита, на самом селекторе. Вот у нас получается, вот он, STI. И вот номер порядковый, 50-100. То есть по этому номеру ты можешь определить, настоящая эта машина или нет. Такой же номер был выбит на летних ковриках. У нас здесь стоят сейчас зимние. То есть там даже была пришита железная штучка такая прикольная. Так, бардачок. Бардачок. Бардачок как бардачок. Хороший с этими бардачками. Вы тачку за 2 ляма купили. 263 лошадиные силы. Ты что, бардачок полезешь? Он, фу, тебе не упал. Тебе просто не упал. Хочу попробовать все-таки проехать. В принципе, все понятно. Опять, по поводу комплектации, у нас нету ни датчика дождя, ни датчика света. То есть это максимальная комплектация. То есть вы должны понимать, когда мимо тебя Форестер проезжает, ты понимай, что у этого человека, у него датчика света или датчика дождя в природе не может быть. Я имею в виду вот это про третье поколение. Сейчас эти машинки проедем. То есть, получается, приходится постоянно руками. Ну, для кого-то, опять же, это не критично. Так, я хочу сейчас пристегнуться, просто будет сигналить. Интересна такая штука, что на пассажира ремень не влияет. То есть он не будет пищать, сигнализировать, что, допустим, пассажир у вас не пристегнулся. В американских версиях он почему-то сигнализирует. Так, я пристегнусь, потому что у меня микрофон, и он будет потом создавать помехи. Уже был такой момент. Поэтому не хочу портить звук. 200 мы здесь не сможем разогнать, поэтому я не боюсь. Так, D. Поехали. Так, с горки. По поводу управляемости, еще раз объясняю, что я ее просто не пойму. То есть едешь, ну, как на обычном седане. То есть такая же абсолютно управляемость. Она не валкая. Автомобиль не такой уж и тяжелый. То есть это реально такой, как бы, городской кроссовер, на котором можно, в принципе, валить. 6,5 до 100. Вы представляете, 6,5. Не каждый седан столько поедет, не говоря уже о кроссовере за 2 миллиона. То есть я даже не могу представить. Может быть, какие-то, опять же, тюнинг-версии, да, будут так ехать. Но Subaru Forester S Edition — это не тюнинг-версия, это просто максимальная комплектация. И она тоже пуляет 6,5 до 100. У нас на коробке кикдауна нету. Есть просто, скажем так, называемый спорт-режим. То есть ты включаешь, вот он. Да, и уже можешь электром передачи выбирать. Вот индикация меняется у нас на приборочке. То есть вторая, вот первая. Также можешь менять вот этими подрулевыми. Блин, никогда в жизни не пользовался и не буду пользоваться ими. Просто ставлю на драйв, газ пол. Короче, вот, ну, можно сказать, с небольшой горки. Так, тетя, ты меня видишь? То есть получается, с небольшой горки газ в пол, разгоняется машина очень бодро. Серьезно бодро. У нас, как бы, Race Logic есть, то есть можно его было бы найти, но замеры просто-напросто не сделать только из-за того, что, ну, вот видите сами, что вот у нас еще зима. То есть, ну, блин, ну, невозможно разогнаться даже на дороге будет на той же самой. То есть, опять же, зимняя резина, дорога скользкая, хоть там и асфальт на самой трассе.
То есть, ну, такие моменты. Если честно, конечно, да, это все очень печально сделано. Так, R, камера включается сразу. Вот видите, мы немножко проехали, да? Я немножко газанул, камера уже не видно. Хотя мы едем с вами не по слякоти. То есть, если бы мы ездили по обычным дорогам, в дождь и так далее, то камера заднего вида бы нам особо не помогла. Вот такие моменты. Вот так, в принципе, все понятно. Ну, едет у нас... Блин, а что ж такое? Что-то, я думаю, что-то не хватает. Вот же, что не хватает-то, вот. Так, а почему я, когда ее поднимаю, она, видите, слышите? Она бьется в лобовое стекло, эта штука. То есть нет ограничителя. Бывает, просто упирается в эту штуку, в сам потолок. Здесь у нас штука это никогда не упирается. Ну ладно, пускай она будет так. То есть я бы так ездил. У нас светофоров нету, некуда смотреть. Ну что, сейчас попробуем еще пульнуть. Владелец сказал, говорит, пыльни, говорит, можно. То есть двигатель не заклинит. У нас есть кнопка отключения ESP, находится вот здесь вот, слева под рулем. Он off. Можно нажать, держать не надо, сразу появляется индикация, что ESP как будто бы выключено. На самом деле у нас отключается не безопасность, а отключается только антипробуксовочная система. То есть, если ты захочешь просто-напросто пятаки покрутить, да, там, повыделаться перед девушкой и так далее, то нужно будет кнопочку эту нажать, и тогда она уже будет пятаки нарезать. Задний привод у нас, задняя ось, получает больший момент, и машина начинает просто как бы немножко подзаносить. То есть здесь не надо там, чтобы по кругу крутиться, именно рулем как-то, да. Просто газу нажимаешь, и задние колеса как бы легче крутятся, и машина начинает идти в занос. Это сделано, опять же, все для безопасности и для лучшей управляемости. Так, ну вот ставлю D. Никаких спортов. Вот, ну, просто газ в пол. Машина буксует. Ее носит просто по сторонам. 80, 90, 100. Так. Разгон, конечно же, впечатляет. Единственный автомобиль, который мне тогда понравился, как он пулял, это у нас было BMW X5. Там было 306 лошадиных сил. И мне тогда понравилось то, что он пульнул. Там, по-моему, по паспортным данным, я точно не помню, по-моему, там 6,8 было. Но здесь-то 6,5. Эта машина еще быстрее, получается, едет. Хотя мощность гораздо меньше. То есть вес автомобиля все равно как-то влияет, видите, на разгон. Ну, в принципе, сам размер. Многие люди как бы парятся за именно вот это внутреннее состояние самого вот этого автомобиля. Вы сами видите, что здесь никаких плюшек, никаких суперкомплектаций, здесь ничего этого нет, кроме большущего люка. Машина безопасная, управляемая, полный привод, плюс к тому же она пуляет. Но вот это, то есть вы сами видите, да, это все еще там вот на импрезах ставились тоже в тех же годов, вот это все похоже очень, то есть это очень, ну, не бедно, то есть, ну, дело в том, что машина, да, вот изначально, когда покупалась, она стоила 2 миллиона, без скидки, 2 миллиона. Если бы в этой машине были бы датчик дождя, там, вот эти ненужные штуки, которые, в принципе, люди мало когда пользуются, было бы еще что-то, здесь была бы красота, мягкий пластик, да, то она бы стоила уже не 2, она бы стоила уже 2,5 миллиона, это 100%. А другие, допустим, какие-то, если ты хочешь купить тюнинг-версии автомобиля, там, не знаю, Nissan Жука там какого-нибудь там в обвесе Космо там, или какую-то AMG-версию или M-версию автомобиля, то это будет уже гораздо дороже стоить. То есть, видите, как-то японцы, да, все равно они вот такие вот щедрые на управляемость, на хороший привод и так далее, на безопасность, но они, видимо, японцы, может быть, просто не парятся как-то, как вот мы, да, вот нам нужен же комфорт, ты же хочешь так вот сесть там, чтобы у тебя аж подголовник сам там так вот делал, как бы. То есть нам же это надо, но этот автомобиль этот тебе не предоставит, то есть даже в максимальной комплектации, у нас сверх максимальная комплектация, здесь этого ничего нет, как вы видите сами, то есть для рынка России это ничего не предусматривалось, хотя ксенон, автоскладывание, нормальная автоматическая коробка передач, которая позволяет выдержать до 500 крутящий момент, то есть она еще, можно сказать, может тюнинг сделать двигателя и без вреда, скажем так, коробке. То есть, ну, такие моменты. Двигатель технологичный, требует нормального масла и 98 бензин. Может 95 заливать по заводу-изготовителю, можно, но не знаю, но для России как бы там может быть какая-то прошивка отдельная шла, потому что у нас 95-й, как, не знаю, ну, может быть, в других странах будет как 92-й. То есть, если есть возможность 98-й заливать,
то лучше, наверное, все-таки заливать 98-й. У нас в области 98-го нет, поэтому если ты имеешь эту машину здесь, в нашей Мурманской области, то это будет для тебя напряги. В принципе, автомобиль нормальный, но опять же, только для большого города. Потому что вот именно обслуживание, как таковое, Subaru, оно реально дорогое. То есть запчасти все равно они дорогие, они дороже, чем других японцев. То есть там Nissan, Mitsubishi, все равно дороже. И еще у нас тюнинг-версия. То есть если у тебя полетят опять же вот эти растяжки, в принципе, ты их можешь просто-напросто поснимать. У тебя машина будет ехать так же, как обычный Forester, S-Edition и так далее. То есть если они у тебя полетят, не обязательно их заново восстанавливать. Но если будешь ставить, они будут обходиться очень дорого. Некоторые покупают S-Edition и тюнингуют его дальше, подводя вот под STI. В принципе, это сделать можно, но это будет очень дорого. То есть гораздо легче было в то время переплатить от 100 до 4000, до 400 тысяч, чтобы купить именно эту версию. Как бы. Но в нашей области с ремонтом, я думаю, ты будешь париться. Ну, ты просто представляешь, что даже углы установки развала схождения колес другие отличаются от обычного Форестера, даже от максималки. Ты приедешь в наш гараж, там, здравствуйте. Кому ты там будешь объяснять, что эта машина единственная там из 100, которая в России, да, находится, что там углы другие, колеса и так далее. Ну, то есть с этим ты все равно будешь сталкиваться, все равно будут какие-то проблемы. Но так мне лично автомобиль нравится. Нравится вот этот воздухозаборник для интеркулера, он просто очень круто. На самом деле, я когда первый раз в тачку сел вчера, сразу на него обратил внимание. То есть не на руль там, не на стай, то есть эти шильдики мне, в принципе, по барабану были. Вот именно вот сам вот этот воздухозаборник. То есть он выделяется, видно капот, вот именно среднюю часть, как какой-то ориентир, что ли. То есть чувствуется под ним что-то должно быть, по идее. То есть капот как будто большой, как будто там двигатель такой, вау, и все. Вот такой вот у нас автомобильчик. То есть дешево и сердито внутри, но по настройке подвески, полного привода, электроники и самого двигателя, ну, по пятибалльной шкале. Да? То есть получается, как? Опять же, есть конкурент, можно было взять Тигуана в максималке, можно брать Q3, допустим, да, вот у нас Audi. Ну, то есть я думаю, что, наверное, все-таки брать лучше этот автомобиль. То есть не STI, пускай, а просто даже от обычный Forester S-Edition максимальной комплектации с таким же двигателем. То есть, ну, я думаю, что можно было бы, наверное, им, в принципе, обойтись. То есть вот именно вот этот, вот эта тачка, она для трека. Она не на рыбалку ездит, поверьте мне на слово. То есть она городская, чтобы где-то вырулить, то есть для безопасности и для управляемости. Все, не больше. Да и повыпендриваться, наверное, не получится на ней, потому что девчонки, они не соображают, что такое там STI, там, не в курсе. То есть они знают там BMW, может, M-ка, а так они там STI. У нас как обычно, ВКонтакте новости открываешь, да, там новости, колесико крутишь, листаешь, у нас там VRX, там Subaru, там Evolution, то есть там конкуренты. Все забыли про то, что существует именно шофер Forester TS. Что существует еще и такой автомобиль. Я, кстати, до недавнего времени не знал, что такое существует. Реально. То есть автомобиль реально редкий. И как показывает практика, он классный. То есть если обычный, да, там, Subaru Impreza брать в такой же, да, там, в STI-ской версии TS, то по нашим дорогам ездить будет невозможно просто. Этот автомобиль для наших условий, он подходит как-никак, кстати. Вот такие дела. Ну ладно, поедем, отдадим классную тачку владельцу автомобиля. Всем спасибо, всем пока. Значит, небольшой такой ПС, пока едем, отдаем тачку. Я забыл сказать вам про расход. Вот здесь он показывается, то есть можно выбирать, да? Короче, тема такая, что по паспортным данным в городе расход этого автомобиля 15 литров в городе, то есть это не интенсивный разгон газ в пол, это просто обычный город, имеется большой, не наши условия. А по трассе владелец приехал и сказал, что в десятку. То есть по трассе ехать 140-150, говорит, в десятку вкладываешься смело. То есть вот такой, в принципе, как бы и расход. А по городу, ну, что показывать, 10,4, да, вот, допустим, сейчас такие данные, как бы. Ну, в принципе, они, наверное, такие и есть. То
есть 20 литров вы, в принципе, увидите, если только, наверное, будете ездить на треке каком-нибудь. А так, в принципе, машина не особо ест. Хотя 263 лошадиные силы. Всем пока. Gave a young nigga wings. I sneeze. Gave a young nigga steez. 5G's.